В Чебоксарах по итогам прошлого года на 4% снизился уровень преступности. Правда, в этом году уже наблюдается незначительный рост этого показателя на 1,7%. Об этом говорили на еженедельной планерке в администрации столицы. Следить за порядком в городе правоохранителям помогает умная система «Безопасный город». В Чебоксарах установлено 2826 камер уличного видеонаблюдения, часть из которых в местах массового пребывания граждан. Однако периодически 1% этих камер не работает. В среднем в месяц Центр управления городом недополучает изображение с 30 объектов из-за ремонта, оборудования, отсутствия электроснабжения, отказа собственника здания или сооружения их обслуживать, перекладки линий и других причин. Важно решать вопрос с работоспособностью камер в кратчайшие сроки, отметила заместитель начальника УМВД России по городу Чебоксары Оксана Таратина. Сейчас в планах города дооборудовать видеонаблюдение и на Московской набережной, которая является главной туристической достопримечательностью столицы. Кроме того, для обеспечения эффективной работы необходимо расширить возможности видеонаблюдения с биометрической идентификацией личности. Если в прошедшем году отмечается сокращение преступности в общественных местах на 8% и на улицах на 40%, то в текущем году фиксируется рост преступности в общественных местах на 19%, на улицах по-прежнему сохраняется сокращение преступности на 58%. Поэтому очевидна потребность в дальнейшем развитии и функционировании имеющихся технических средств комплекса «Безопасный город».